Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжаем беседу с Ирканатом Аманжоловым. Три качества, которые определяют мужчину. Я думаю, что таких качеств можно назвать достаточно много, но мы ограничились тремя. Что, по мнению этого служителя, является определяющими факторами мужества? Ну, по крайней мере, которые у меня есть эти качества, если сегодня сказать, то я думаю, что любой христианин, он должен иметь стержень. Если сегодня ты имеешь стержень, то есть, опять-таки, правильный, то есть, вот этот вот столб, знаешь, вот Христов, вот такой вот он. И я думаю, это качество, оно, ну, позволит всегда состояться тебе как мужчине. Другое качество всегда, я думаю, ну, немаловажное, по крайней мере, которое я стараюсь в себе развивать, это внимание, то есть, ну, чувствительность к тем людям, которые окружают тебя. И, ну, и третье, это, знаете, все, что я научился слушать людей.